Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И мы продолжаем смотреть на моды на игру Как достать соседа, которые присылаете вы. Этот мод называется Как достать соседа модик 3. Его прислал нам Влад Портал. Ну или Владислав Шабар. Влад Портал. Портал, я надеюсь, это просто ник такой, а не явный намек на то, что в этой игре есть портал. Имеется в виду, что двери неизвестно куда будут вести. В общем, начальный экран выглядит довольно красиво, логотип хорошо выглядит. Вуди, конечно, вот за кнопками вот это не очень красиво смотрится. Но тем не менее фон довольно симпатично выглядит. Не очень качественный, но в принципе не важно. Такая вот панель настроек выглядит довольно нормально. Недоступно. Автор, ты вообще учил русский язык? Недоступно. Ну или может специально так написано. Будет открыт в полной версии. Ну тут, наверное, не поместилось просто. Отчет о пакостях, бесцветный курсор. Если бесцветный, то тогда S должно быть написано и слить на нераздельно. Вот. Ладно, в общем, давайте начнем игру. Я ни разу в это не играл. Первый раз реально смотрю, запускаю. Надеюсь, ничего не будет влетать, все будет нормально. Здесь всего 3 уровня. И судя по картинке, тут явно уже что-то поменялось. Ладно, ну, давайте первые шаги посмотрим, я что-то не уверен. Не уверен даже, что тут что-то будет изменено, но все равно посмотрим. Кнопочки также не дорисованы, конечно, но это ладно, ничего страшного. Здесь не будет пасхалок, я тебе говорю, не заходи. Ну, давайте на всякий случай все равно зайдем. Посмотрим, а вдруг что-то поменялось. Ну, все же поменялось. В серии первые шаги. Это типа окно, ну, да, я понятно. Да, ну собака нам ничего не сделает, потому что соседа-то нету здесь. Интересно, а вот это... А, мы туда вообще войти не можем, ну ладно. Так, здесь отсылки на ютуберов. Где я? Я где? Почему на меня нету отсылки? Я тоже играю в этот мод. В общем, здесь есть Эндрю Сэм. Макс 100... Ой, 10. Это Кирилл... Блин, забыл. Как там он называется? Или не Кирилл, даже, блин, не помню. Но я и видел это. А этого не знаю. Я очень сильно обрадуюсь, если автор на меня тоже отсылку оставит. Просто очень обрадуюсь. В будущих версиях, я имею в виду. О, даже моргающий глаз, прикольно. Костюм, ну, в общем, понятно. Что тут у нас дальше? Ну, к сожалению, только 2 уровня у нас. Ладно, в общем, не важно. Первый день тренировок. Ну, он, скорее всего, специально так написал, потому что как так можно написать было? Сет очень любимт свою маму. Сегодня Ротвейлер захотел сделать статую мамаочки. Ну, я думаю, что это специально так написано, потому что, ну, как так можно... случайно написать. Кроме статуи мамочки, Ротвейлер делает тренировку. А Вуди хочет вернуть шоу. Ну что, пора достать соседа. Некоторые пакости можно пропускать, но мы этого делать не будем. Их всего 3, я думаю, мы все сделаем. Да, логотип такой офигенный. С бриллиантовым даже этим. Для алмазным кубка. Да, с замком, видимо, взять ничего нельзя. Ну-ка, можно посмотреть. Здесь он тренируется. Ну, это я понял уже. Ой, он сюда идет. Так, здесь дверь заштукатурена, правда. Вот здесь вот этот плинтус не сделан. Видимо, дверь действительно заштукатурена просто. Поэтому тут нет плинтуса. Это он так занимался.
Как-то так-то, блин. Так, ну комод закрыт. Давайте холодильник посмотрим, может там что-то есть. Нет, ничего нету. Посмотреть на стул. Давайте используем. Да, можно использовать. Также у нас телевизионная антенна. В принципе, все довольно легко. И вот это вот сюда. Вообще все легко. Если, кстати, кто-то сделает тоже моды и хочет их показать, напоминаю. Скидывайте обязательно в комментариях или пишите мне ВКонтакте. Как-то это странно сейчас было, мне кажется. Ну и давайте спрячемся в шкафу. Если кто-то тоже мне скидывал моды, но я их еще не снял, то скиньте в комментариях, пожалуйста. А то вдруг опять кого-нибудь забуду. А потом будет обижаться. Ну да, сделано коряво, конечно, но тем не менее, сделано. На 100%, видимо, это не пройдешь, ну и фиг с ним. Вино. Сегодня Ротвейлер смотрит за Ольгой ночью и пьет вино. Ну, буква Е вот так выглядит с этим шрифтом. Вино. А так залетела первая серия, но Вуди уже тут как тут. Понятно. 9 пакостей тут уже. Тут уже будет посложнее. Нифига, луна какая тут, блин. Я надеюсь, он в ванну сейчас не пойдет. Не, не пойдет, слава богу, не пойдет. Тут уже... А, он сюда пойдет. Скакалка здесь у него натянута, что ли? Нифига, нифига, блин. Мыло, кстати... Спрайт мыло, как из второй части, кстати. Это что такое? Узел? Нифига. Ну-ка, давайте начнем. Это мыло из как Седа 2. Ну-ка, есть клей, давайте его используем. Есть испорченное вино. Нет, нет, его не надо. Оказывается, ну ладно. Так, давайте. А, вот, вот сюда вино испорченное. Ха-ха-ха, обалдеть. Ну-ка. А тут ничего на стул не надо? Беги, 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 нафиг, нафиг. Блин, блин. Я не думал, что он побежит после вина в ванну. Ну ладно. Наверное, надо с ванны начинать тогда, раз уж не пошло. А почему бутылка здесь, я не понимаю немного. Решил я все-таки, что если... Что в каждом выпуске по одному моду только будет, потому что я хочу, чтобы... Все в плейлисте находили именно конкретные моды. Конкретный мод, который хочет найти. И так далее. Да, узел такой, да? В этой бутылке плещется мыльная водица. Ну да, тут текст, конечно, не переделали. К сожалению. Ну и ладно. Ничего страшного. Я думаю, это потом все доделают.
Да, тоже выглядит, тоже спрайт из второй части, кстати. Ну и все. Я не буду рисковать, спрячусь лучше в шкаф. Он после ванны вроде идет. А почему она работает? А почему он прыгает, и эта штука работает? Что это вообще, блин, такое? Но тут нет портрета, на самом деле. Да ё-моё. Так, склеиваем бинокль. Смотрим, как сосед купается там и все такое. Ну да, ничего не поменялось. Все то же самое. Ну и ладно, в принципе, это не страшно абсолютно. Так, яйцо в микроволновку самое время сдавать. Ну и, собственно, что у нас там дальше? Ой, блин. Сделано коряво, но смешно очень. Все-таки смешно. Да, вот здесь вот ночи, и так же, как в Вуди возвращается. Вот здесь тоже за окном светло, это тоже надо поправить. А какая еще пакость? Минутку, а какая еще пакость? А, вот это. Вот это. Давай, давай, попрыгай, попрыгай. А что не так-то? По-моему, ты нормально попрыгал. Ну и все, больше тут уровней пока нет. Очень надеюсь, что... А Влад Портал сделает новые уровни. И мы вместе с вами их тоже пройдем, конечно же. Сезон 11 у себя. 12-13, понятно. Я очень обрадуюсь и очень надеюсь, конечно, что Влад Портал в этом уровне и на меня отсылку оставит тоже. Простите за высокомерность, но... Вот так вот. Даже вон этот... Тот, который Кирилл или, господи, как там зовут, его не помню. На него... Эндрю Сэм, у него подписчиков меньше, и у этого Кирилла тоже. Но они есть, а вот меня нет. Ну, в общем, ладно. Я не настаиваю, конечно, все такое. Ладно, вот такой вот с вами был мод. Ссылочка на него будет в описании. Ну, а с вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока.